Мужчина и женщина зачали ребеночка своего, мальчика или девочку, а затем по непонятным для ребенка причинам решили его убить. Такое может прийти в голову только дикарям. Но даже они убивают только врагов, а своих детей берегут пуще своей собственной жизни. Люди, которые зачали ребенка, а потом убили его, сделали аборт, являются извращенцами и принадлежат к секте душевно больных убийц. Такие особи опасны для общества, и здесь не нужно разделять, мужчина это или женщина, оба повинны в убийстве в одинаковой степени. А если уж и быть до конца объективным, то мужчина повинен гораздо больше, чем женщина, чьи сексуальные утихи обслуживают проститутки. Озабоченных мужчин не будет, озабоченных мужчин не будет и проституции. Душа ребеночка в утробе материнской в первые секунды зачатия уже живет. Это полноценный человек, и поэтому аборт – это не что иное, как самое настоящее убийство полноценного человека. Женщина, совершившая это, не будет допущена своим родом на землю для следующих воплощений. Она убивает свой род. Мужчина, ведущий беспорядочную половую связь, будет также за это отвечать перед своим родом. С мужчины спрос втройне, поэтому такую душу могут отправить и на полную переработку. И далее эти рода, живущие на земле, будут впоследствии отрабатывать эти грехи. Потому что убивая ребенка, убивает вселенную. В таких родах женщины в следующих поколениях, дочки, внучки, могут болеть бесплодием или иметь потомство, но с большими трудностями. Мужчины, сын, внук, могут не создать семью, если девушка осознала свой грех. Как его исправить? Всю себя отдать чужим детям в детских домах.